А вы знали, что и от коронавируса есть польза? Он как лакмусовая бумажка, показал, кто есть кто и чего стоит каждый из нас. Пока одни отдают последнее и стараются помочь окружающим, как те турецкие мальчики, отдавшие на благотворительности свои сбережения, другие стремятся нажиться и идут по головам. На днях именно так и сделала Америка. Она расчетливо и цинично лишила средств защиты французских стариков и врачей. Франция сделала заказ Китаю на 3 миллиона медицинских масок для больниц и домов престарелых. Оплату должна была сделать переводом после получения заказа. Но не тут-то было. В Китае французский заказ был выкуплен американцами за наличные прямо в аэропорту. И самолет, который должен был вылететь во Францию, отправился в США. Поэтому теперь мы стараемся предусмотреть подобные ситуации и защитить наши заказы от захвата другими лицами. В США запасы средств индивидуальной защиты подходят к концу. Поэтому американцы стремятся купить маски везде, где только могут, предлагая двойную или даже тройную цену. И, к сожалению, в стремлении обезопасить себя переходят все границы. А что вы думаете по этому поводу? Что важнее, защитить себя и своих близких любой ценой или, несмотря на опасность заражения, оставаться человеком и не идти по головам? Ждем ваше мнение в комментариях.